Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на ужин у нас пицца. Тесто. Обычное. Дрожжи, соль, мука, вода. Необычно. А? Алле, да? Теперь... Сюда будем распределять подливу, лук, помидоры. Обжарила. И пропустила через блендер. Теперь говядина. Тварная. А тут, а? Филинный вин. Что, Аля, малям же эту трону? И что будем туда? Сюда. Яйцо отварное. Теперь соленый огурец. Много накрошила. Ягмиля? Огурец. Хватит. Так, дома. Теперь майонез. Потом, если мало, добавим оттуда. Пока вчера. Чили или налет, да? Теперь сыр сюда. Любой твердый. Ой, мухи летают. Теперь помидор. Остались маслины. Потом отправляем. В свободной форме. Вот так раскидаем. И отправим в духовку. Маслину любишь же? На всю пиццу распределить, да? А? То если не любишь, наполовину хотя. Черным и красным хорошо сочетается, да? По цвету и по вкусу. А вот ты? Кочерайдик? Нет. Вот такая красотень. Отправляем в духовку. Все. Отправляем сейчас в духовку. Первый раз будем тестировать с вами. О. Пусть так стоит. Я думаю, противень не будет помещаться. Нет. Потому что это не родная. Вот так отправляем. Все. О, красотень. Вот такая красотень. Я пиццу вниз спустила. А то вниз что-то белое. Сейчас уже 5 минут постояла. Уже вот такой. Сейчас камера не передает, но уже вот
с пупырышками. Сейчас еще 5 минут пусть постоит. И будет все окей. Ой, здесь уже все вот так. Так что наша пицца готова. Ой, будь здоров. До новых встреч, мои дорогие подписчики, гости моего канала. А нам приятного аппетита.